Детские площадки, кто-то спортивные площадки. То есть мы должны делать то, что просят люди. Все дворы мы делаем под проект, который определяет отдел ЖКХ города. То есть во всех этих 15 дворах у нас типовые дворы, типовые мафы. Что мы хотим теперь? Со следующего года мы хотим делать разные дворы. Почему? Потому что двор Натальи Матвеевны просит другие мафы, а с другой стороны есть двор Асхарбека Айтбаевича, они просят другой двор. Поэтому мы должны исходить из пожелания жителей. Подрядная организация будет работать именно по эскизу, который мы с вами согласовали и утвердили. И по ходу работы уже будем обязательно вместе с вами контролировать.